Доброе утро, друзья! У меня все открыто, поэтому... Ой, тут повесили, это вас некуда прилепить. Так, прилепли. В общем, что у нас сегодня по плану? А по плану у нас сегодня выходной, друзья. Я тут готовлю себе курочку, грудинку курочки. Замариновала в специях карри или кури, как он там называется. Чесночок, лимон. И вот на обед у меня будет курочка с сыром. У меня сыр, помните, я покупала? Так, это отправляется в холодильник. Почему выходной? Потому что машина, помните, я вам говорила, что у меня это... Там течет вода, бежит ручей, течет ручей, и я ничья, и ты ничей. И, в общем, отвезли мы к механику одному. Вчера или позавчера, уже не помню, когда, в понедельник. Он, короче, механик насчитал нам там непонятно чего. Охренела я. Машина новая больше стоит, потому что там еще... Она у меня еще не заводится, думали. Ну, как заводится, но... Ну, как бы не сразу. Ленится. Там тоже что-то сломано. И, в общем, там, короче, насчитали. Потом, значит, муж пошел, у него друг есть. Они купили деталь. Как, друг, он механик, деталь купили, какую надо. И вот сегодня, в общем, повезли ее на ремонт с утра. Он говорит, в 9 утра давай я тебе на работу отвезу. Вот, потом мне неудобно, потом надо как-то тебя забирать. Потом сидит, думает. А что, если не поедешь на работу? Мне такая, думаю, это среда сегодня. Думаю, да ну и правда, не поеду. Что я? Потому что неудобно по времени тудым-сюдым. Хотя, представляете, сейчас клиентка звонит. Я, говорит, хочу подстричься. Я, блин, говорю, я дрит-мадрит. Говорю, у меня машины нет. Но у меня такие клиенты классные, потому они всегда, знаете, ну ничего тогда страшного, ты не переживай, я понимаю, типа машины это, ля-ля-ля, тополя. В общем, без колес я. Авокадик. Сейчас намажу авокадик, а сверху положу рыбку красную. Это будет вместо масла у меня. Как... У нас сегодня очень жарко на улице. Я уже надела, не знаю, что надевать. Надела такое легкое платье, но совсем легкое. А сверху то кофту надену, то еще что-то. Вот надела вот эту куртенку, она вообще как бы легкая. У нас вчера в Гранаде, это в 40 минут езды от нас, очень много было землетрясений. 6 раз землю трясло. И очень сильно потрескались там асфальт, в общем, дома. Люди все в 12 ночи вышли из дома, потому что этот как-то по шкале 4,4 было. Но их вот с 10 вечера до 12 вот 6 раз трясло. Там родственники быстрее смс-ки писать. Вот там что это. У нас есть родственники в Гранаде везде. Представляете, вот, вот тебе и говорят, типа, вот 20-й год, да пошел бы он. Еще неизвестно, что придет. 21-й начался тоже как-то, знаете, еще хуже, чем 20-й. Потому что вообще трындец капец, что происходит. Поэтому лучше жить, как говорится, настоящим. И не гневить Бога. Не гневить Бога, что все может быть еще хуже. Так, ну а я пошла, уже выхожу в центр города, поэтому замаскировалась. Ой. Что-то на улице совсем никого нету. Мне сейчас надо это, вспомнила, в Приморье зайду. Ко мне же сегодня девочка придет подстригаться. У нее очень сухой волос, и ей обязательно нужен какой-то бальзам. Или маска, или что-то. Я-то хотела с работы привезти. И только сейчас очухалась, что на работу-то я не поехала. Поэтому сейчас пойду какую-нибудь куплю. Не знаю, маску, может быть, не смывающуюся. И заодно она мне тоже пригодится. Потому что я, когда голову мою, наношу масло на волосы. Но ей масло не подойдет.
потому что после надо сушить волос. Масло наносится на уже высушенный волос, а иначе вы его будете как поджаривать, как картошку на сливочном масле. И вот надо что-то придумать. Ну и все по пути. Ой, смотрите, у нас тут рынок. Ну надо же. Я такая иду. Блин, в Приморье проторчала полчаса, в Кику зашла. Мужчина, проходите, блин. И вот уже столько времени прошло, а тут, смотрите, у нас рынок. Сегодня что, среда? Ну да, по средам рынок. Вот видите, шубы продают. И эти комплекты. Я думала, рынки запретили, оказывается, нет. Все открыто. Видите, люди ходят в майках. Уже ходят все. Вот труселей, смотрите, сколько много. 4 труселей по 5 евро. Видите? Ну, это такой маленький рынок у нас. У нас он по вторникам, а по пятницам большой прям рынок. Есть с фруктами, с овощами. А сейчас это так. Так что вот, мимо иду. Ну, надо же. Авокадо я уже наворовала. Тапки. Цветочки. Ну вот и все. Так, побежала я в Леруа Мерлен, потому что время уже поздно, а я, блин, все хожу. Шатаюсь. Приобрела себе. Мне нужно кремушки было купить. Вот что рынок. А это вот рынок едовой. Еду продают. Вот, сейчас там я вам приду, покажу, что приобрела. Ладно, побежала. Ну вот, тропами, оковами я наконец-то дошла, куда мне надо. И сейчас пойду смотреть ванны там, где. Куда смотреть, не знаю. У нас ванная очень маленькая, поэтому вот это вот все такое большое нам просто не уместится. Это я. Поэтому надо как-то куда-то смотреть, что-то делать. Не знаю, куда смотреть. Так, я уже пришла. Я так находила. Знаете, сколько находила? 10 тысяч шагов. Хорошенечко так с утра находила. Купила в Алде вот такие салфетки. Мы ими очень часто пользуемся. Они у нас везде стоят, на каждом столе. Очень, кстати, удобно. Раз, пошел и прилепил. И вот такую штуку купила. Вот, у меня уже есть такая штука, но она не такая большая. Видите, хочу для специй пришпандорить. Она специально для дверей. Вот, нормально закрывается все. И у меня сюда специи не все влазят. А сейчас вот так вот попробуем. У меня специй много. Вот. И которые спрятаны, я ими просто-напросто не пользуюсь. А это, чтобы вот так все их поставить. И вот они у меня будут. Встаньте, дети, встаньте в ряд, встаньте в ряд, встаньте в ряд. Пишет сейчас женщина какая-то, сколько стоит ногти сделать? Мне вот тебя посоветовала какая-то там какая-то, в принципе. Говорю, какие ногти? Я не делаю ногти. Не делаю, а только волосы. Я говорю, да. Как можно посоветовать человека, когда он это не делает? Странно. Правда же ведь. Кстати, а вот на эту тоже, ой, она такая тяжелая, тоже можно пришпандорить. Только у меня здесь, знаете, что? Закрывается, можно все сделать. Кулютерно. В общем, буду готовить кушать. Вот такой сыр получился. Написано, соусом надо намазать каким-то. У меня был песто. И вот я намазала.
курица акури. А еще я вот такой сделала себе рулетик с селедочкой и с травками. Всем приятного аппетита. Компот же мой, компот. И компот. Сыр оказался очень вкусный, но это все такое, скажем так, питательное. Вы знаете, раньше бы я бы сожрала это и даже бы... Думаю, не оставлять же. Теперь я оставляю еду. Завтра доем. Потому что действительно он такой сытный и жирный. Я вообще не люблю жирную еду, в которой много жира. Вы, наверное, заметили, что я, например, если свинина, то только без жира. Курица в основном вот без жира. Прям у меня даже до рвотного рефлекса доходит. И вот прям там много жира, хотя много и выплавилось. Вон он весь, видите? Потому что я его оставила и пошла белье вешать. Но вкусный и сытный. Теперь надо что-нибудь, чай с чем-нибудь попить. Ой, блин, что-то я прям обожралась. Ну, блин, воблин, воблин, воблин. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Шоколадка, наверное, с ликером тяпну. Сейчас покажу вам быстренько, что я купила. Купила вот такое средство. Оно, в общем, идет от солнечных лучей и хорошо, как это, волосы запутавшиеся расчесывает. То, что мне, в принципе, надо, и для меня это тоже подойдет. Цена вот. И вот будем пробовать. Потом у меня никогда доме нет в расческе обычной, чтобы, знаете, расчесывать волосы. И вот купила вот такую расческу тоже для запутавшихся волос, чтобы не драть. Никогда не пробовала. Ну, мне расчесывать нечего, поэтому как бы у меня ее и не было, расчески никогда. Скажите, вы напишите в комментариях, вы пользуетесь такой расческой? Помогает она, не помогает? Красивая! Посмотрим сегодня, что тут на ней уже налеплено. Прикольная. Потом я... Сейчас, наверное, девушка... Ой, девушка, камера сядет. Такая девушка попалась хорошая, продавщица там. Я, короче, знаете, выбирала себе крем какой-нибудь для ночной. Вот. Я купила в Приморье вот такой. Он, кстати, не дешевый был. Ну, естественно, со скидкой, но он мне как-то не очень нравится. Тоже против морщин. Я вообще против морщин с 20 лет мажусь, представляете? Мне раньше говорили: Оксана, зачем ты мажешься? У меня вот эта морщина, наверное, в 21 год появилась. У меня склонная. У нас все морщинистые, поэтому генетика, хоть ты там обмажешься всякими кремами, поэтому я знаю по себе, никакие крема вам не помогут, если у вас генетика и вы в семье все морщинистые. Поэтому, как бы, я, знаете, вот к этим вот, ко всяким кремам против всяких морщин отношусь, знаете, главное увлажнить кожу, а там, что она против морщин, я в это слабо верю. Ну, может быть, что-то и помогает, но, как бы, знаете, это как мертвому припарок. Пришел. Вот таким мажусь, но мне он не особо увлажняет кожу. И вот к девушке подошла, говорю: посоветуйте мне какой-нибудь крем для лица ночной. И вот она мне посоветовала вот этот. Она говорит: обалденный крем, он, по-моему, натуральный. Ой, смотрите, какой это. Антиедат против старения. Вот. Говорит, совсем вот его цена. Был 20, стал 13. Здесь, в общем... В общем, со всеми, все, что надо, как говорится. И она там мне так прям хорошо расписала, рассказала, что почем и как, что прям я вот взяла вот такой. И вот у меня как раз тоже заканчивается для вокруг глаз. Тоже купила для вокруг глаз. Вот. И посмотрим, хороший, нехороший. Все, пронюхал, унюхал. Не договорила, села батарейка, я уже тут... Готовлюсь. Ой. В общем, вот такие кремики купила. Хорошая женщина такая она. Вы знаете, я стояла в магазине
И она такая, это, слышу, я как раз крем выбирала. И она с женщиной там что-то, вот вы вот это возьмите. А женщина такая уже, ну, пожилая, скажем так. И я, конечно, уши это погреть. Раз так говорю, когда она уйдет, я сейчас к ней прилеплюсь. Вот, и она как раз, женщина, ушла, и я такая к ней раз говорю, ой, вот мне подскажете какой-нибудь крем, вот, от не, против этих. Но она мне сразу сказала, вот эти всякие там... Гаринье, вот это говорит, лучше вот такой возьми. Это сделано, кстати, в Испании. Вот такие кремики. Ну, буду пробовать. А, и дали мне, вот смотрите, два пробничка. Они одинаковые, кинзо. Я уже надушилась, мне не очень запах нравится. Ну, что, на халяву и уксус сладкий. Я, знаете, что сделаю? Хотя мужу что дарить-то ему на один раз? Любит пшикаться разными штуками. Вот. Такие вот дела. Приобрела кремики. Я не могу не мазаться кремами, потому что у меня очень сухая кожа. Так, куда я шла? Не знаю. А, чай поставить. Очень сухая кожа. И поэтому без крема я просто не могу. Сейчас попью чай. И девочка уже придет. И вот у нас пироги. А потом мы договорились с подругой пойти погулять в горы. Не знаю, как я... Я думаю, что... О, смотрите. Какая красота. И пахнет вообще нереально. Он у меня... Я поставила палку, повязала тут, видите, ниточка, потому что они начали заваливаться, падать. И было некрасиво. И вот я поставила палку. И вот они вот так более-менее. Мне кажется, красота нереальная. У нас очень тепло сегодня. Просто 25 градусов на улице. Привет, Чучи. Что-то ты прям весь в оперениях. Он поет, поет. Да, поет и мусорит. Погода замечательная. Да. Тоже вот скоро зацветет розовое. Все. И этот, походу, принялся, смотрите. Ну, посмотрим. Ладно, пойду чай попью. Успела поработать. Теперь бегу с подругой встречаться, потому что опаздываю. А я очень не люблю опаздывать, потому что не люблю ждать. Вы знаете, такой ритм, как говорится, жизни мне нравится тем, что нет времени на пожрать. Некогда. Поэтому прям вообще зашибись. То есть от меня вот сейчас девочка ушла. И я такая думаю, может, какой-нибудь апельсин, потом думаю, его чистить надо, у меня времени нету. Пошла, выбежала из дома и бегом. Мы сегодня в горы хотим пойти пошастать. Погода вообще замечательная. Полазим по горам. Подружка там не была, по-моему. Так что буду водить ее по местным окрестностям, по лесам, по горам. К кладбищу выхожу. Угу, смотрите, какая красота, мы тут в лес зашли. О, прям так смотришь туда, так, так далеко, споткнешься, упадешь и полетишь кубарем. И все. А там у награда есть для животных, чтобы сюда. Значит, эти кабаны сюда не дойдут. Я все боюсь здесь ходить, когда кабаны, вдруг кабаны меня сожрать захотят. Может быть, они меня испугаются. Ну да. Аутовия. Можно... Надо еще понять, с какой стороны. В смысле? Ну где? В какой стороне? С этой. Мы с этой стороны. Ну, понятно, что мы с этой. Что за часть у меня? Да. Какой части? Что, в следующий раз можешь там машину оставить, спуститься? Ну да, и мы встретимся где-нибудь посерединке. Смотрите, а здесь школа. Школа учения езды на лошадях. Ну, он, видишь, учит. Корры, корры. Ну, пошли. А мы уже все. Возвращаемся домой, уже темнеет. Сколько времени-то хоть? 20 минут. О, нормально, видишь, как.
Вот мы и домой пришли, да? Вы знаете, ходил вот так вот. Можно кофту было бы и не брать, потому что на улице вообще жарище прям. Жара, жара, жара. Такой песни нету. Короче, летние деньки. С подругой ходили, я говорю, прям вот начало июня российского, правда? Она говорит, точно. Ну ничего, на следующей неделе опять похолодание передают. Ну незначительно, не такой вроде как раньше, на той неделе был. Так, какой ключ-то вот этот? Мне муж должен был забрать мою машину в 5 часов. Не знаю, забрал. Что там с ней, с этой моей тачулей? Ой, я убежала, ничего тут не убрала. Никакие принадлежности. Ой, надо сейчас пойти белье снять. Потому что... Мейка, сужик. Давай снимать тебе. Раздеваться. Давай с тобой раздеваться, моя рыба сладкая. Ой, а знаете, моя машина? Сзади у меня бутылка бутана. А впереди у меня мусор. Этот, пластик. Пипец, короче, вся машина загружена. Я-то думала, что я выброшу мусор, газ отвезу домой. Угу. Короче, механик, наверное, скажет, что за свинья, блин, ездит на этой машине. Ой, блин, вообще, и смех, и грех. Надо телефон зарядить. Садиться. Ну, еще не садиться. Ой, что у меня тут такое всего много. Один... Бальзам. Другой бальзам. Чтобы все было увлажненно. Вроде бы все. Пойду наверх. Белье сниму. Ой, маску тоже надо снять. Вот. Чарли тут буянил. И свою воду вот куда-то отодвинул. Вчера сардины делал, так воняет ими, все посчастный, там капнул на это. Ой, ну такая красота, смотрите. Какова красота. Белье снять. Я предстаю перед вами в любом виде, даже в таком. Мне от вас нечего вообще скрывать. Каким ты был, таким ты остался. Казак лихой, орел степной. Так, песни песнями, но вы знаете, апельсина надо есть. Потому что два апельсина уже выбросила. Сгнили все к чертовой матери. Или к другой какой, ну сгнили. Что за апельсины пошли? Неженки. Раньше лежали зимами, а сейчас неделю не лежат уже все это. Вот и купи апельсины. Там муж идет, кстати. Надо спросить, что там с машиной-то. А вы узнаете об этом завтра. Вы не забыли подписаться и поставить лайк? Вам не трудно, а мне приятно. Самые вкусные апельсины это вот детки. Чего ты плачешь? Папа придет, да? Ничего страшного. Все, друзья, встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. И всем пока-пока.